Ну что, готов? Уверен? Тогда сделай мне одолжение. Не промахнись. Потому что я не собираюсь всю жизнь проваляться овощами за кривожопа, который в упор мажет. Так что давай вместе. Раз. Два. Что вытворяешь? Мартин Рейтс, мы с тобой сработаемся. Смертельное оружие. У нас жмурик в Гриффит Парк. А жмурик мертв? Жмур — это труп. А у вас это что-то другое значит? Нет. Хочу удостовериться, что тебе некого будет убивать. Разве что нас с тобой. Видал я в жизни психов, но этот чувак на всю голову болен. Кто там? Никто. Здрасте, Мартин Рейтс. Уверен, вы уже в курсе. Первый раз слышу. Мы готовим ужин. Присоединитесь. Не, он не может. У него дела. Проходите. Нет, ну, пахнет аппетитно. На вкус еще лучше. Мартин, а дети у вас есть? Детей нет. Но вы женаты. Уже нет. Я вдовел. Соболезную. Хорошая была. Ради нее стоило жить. Пожалуйста, скажи честно. Как думаешь, Рикс опасен? Очень. Полиция, руки вверх! Чё? Я не при делах. Смотрите осенью. Некоторые. Этот человек невменяем. Напарники. Береги себя. Конечно. Смертельный. Смертельное оружие. И что он такого натворил? Он его допрашивал, а тот сбежал, вот мы за ними рванули, а он ствол достал. Да, достал ствол, пристрелить нас хотел. И что нам оставалось? Тихо! Тебе уже полтинник мёртв, а ты до сих пор детектив. Я люблю преступления раскрывать, а не жопу целовать.